Tudo então. Добрый день, друзья! С вами дизайнер декора Олеся. И сегодня мы с вами поговорим про Венеру в джазе только девушки. Как вы заметили, мы ищем историю, где наши режиссерские задумки преобразятся в энергию и интересный сюжет с помощью ассоциаций. Мы создаем ассоциации, а ассоциации рождаются из декораций, фактуры и сочетаний цвета. Именно из этого может получиться интересная история, в которой вы будете жить, как будто, по ощущениям, как будто вы только-только посмотрели прекрасный фильм, а это будет у вас дома. Темой музыкальной Венеры я взяла джаз. Потому что джаз способен на все. Он поддержит тогда, когда тебе грустно. Заставит тебя танцевать и бурлить твою энергию. Он окутает тебя своим ритмом и виртуозной музыкой. Джаз – это не музыкальности, это настроение, это танец души. Встречаемся с вами завтра. В это же время мы с вами будем создавать Венеру в джазе только девушки. Звоните, пишите в WhatsApp. До новых встреч. С вами ваш дизайнер декора, дизайнер хоумстейджинга, ваш дизайнер астрологии дома. Пока-пока. Diddly-diddly-diddly-dum, boop-boop-boop-doop.